Пожилая женщина впустила девушку в квартиру, достала свои сбережения, отчитала названную сумму, а остальные деньги спрятала в шкаф. Улучив момент, гостья отвлекла хозяйку и, присвоив 5000 рублей, скрылась. Пропажу женщина обнаружила только спустя несколько дней. Она догадалась, что деньги взяла незнакомая девушка, о чем и сообщила в полицию. Злоумышленница действовала по отработанной схеме, рассчитанной на доверчивость. В тот день она прошла по всему подъезду, но только одна пенсионерка пустила ее в квартиру. Остальные жильцы отказывались от услуг или расплачивались за дверью. Сотрудники полиции составили словесный портрет подозреваемой и задержали ее. Воровка призналась еще в одном преступном эпизоде. Однако у сотрудников полиции есть все основания полагать, что девушка может быть причастна и к другим преступлениям. Если вы или ваши близкие стали жертвами преступных действий подозреваемой, обратитесь с заявлением в ближайший отдел полиции или сообщите по указанным телефонам. Хочется обратиться к жителям, быть внимательными, не пускать незнакомых людей в квартиры, в жилища. Если все-таки данные люди проникли к вам в квартиру, не оставляйте их без внимания.